Привет, друзья, товарищи. Итак, у меня снова крафтер. И у меня не работает замок двери от ключа. Центральный замок я сделал, чтобы с брелока машина закрывалась, центральный замок я сделал. У меня есть такое видео, смотрите у меня на канале в плейлисте крафтер. А вот с ключа, с металлического жала замок не работает, не закрывается. И вот сейчас я решил все-таки добить замок, посмотреть, что там такое может быть, почему замок с металлического жала не закрывается. Сейчас я залезу туда и посмотрю, и постараюсь решить эту проблему. Так, сейчас вот в эту сторону залазим, где стоит замок, и посмотрим, что там произошло. Вот замок. Вот он замок. Так. А вон поводок. Да, я уже вижу, что там произошло. Так, вот этот поводок, вот он. Он должен открывать, закрывать замок. И вот это вот, этот поводочек слетел с шарика, с привода. Вон там вот тут. Ну-ка, смотри. Ага, вот. Вот он. Вот он этот лапка шарик. Вот с него и поводочек слетел. Сейчас ключом. Ключом покручу. Вот, ключом поворачиваю. И лапка куда в разные стороны гуляет. Лапка гуляет в разные стороны. В разные стороны лапка гуляет. Вот и вся проблема. Так, сейчас я замок снимать не буду, а попробую так лапочку одеть на привод. Вот. Да. Вот и вся проблема. Так, в общем, вот такими вот щипцами сейчас взял, короче, и эту поводочек вот надел на лапку. Вот этими вот щипцами взял вот этот поводок и надел на лапку. А потом задавил, короче, туда. Раз, надавил, и вот эта вот штуковина села на лапку, на поводок. Поводочек теперь вон там двигает лапку, которая должна закрывать замок. Вот, хорошо видно. Вот теперь этот поводочек двигает лапку, который должен закрывать замок. Вот, отлично. Вот и вся проблема решена. А то я 2 года мучился, все никак не было времени сюда залезть. Вот, отлично, великолепно. Проверим сейчас, как работает. Закрываем и смотрим. Раз. Вот, поводок ушел, солдатик. Вот и все. Теперь замок с ключа, с металлического жала работает. Ну, отлично, великолепно. Что и требовалось сделать. Все, смело теперь могу везде машину оставить, закрыть, а то я мучился с этим, с этими делами. Ой, отлично.
Отлично, чудесно, чудесно. Так, ну а сейчас вот тут вот пыль вытру, вот эту вот многовековую, так, чтобы было прилично. И вот пока снимал карту дверную, пообломал клипсы, холодно, замерзший пластик. Короче, пошел на базар, еще купил клипсы. Клипсы у нас стоят по 100 тенге. В долларовом эквиваленте это что-то получается где-то 25 центов примерно, четвертак. В общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть клипс пообломал. Ну ладно, ничего страшного, сейчас заменим новые клипсы. Холодно, аккуратно снимать, короче, не было времени. Так, взял карту, вырвал на скорую в руку. В общем, отлично, все тут соберу. Ну, вы знаете, уже тут как карту собирать, тут легко ее и просто собирать. Так, парни, все, обшивочку все собрал и поставил новые клипсы. Вот они, старинные, валяются. Все, здесь все аккуратно собрано, чистенько и опрятно. Все, замочек работает. Еще раз контрольный. Все, закрылся, открылся. Закрылся, открылся. Все, великолепно. Ну что ж, еще с одной делюгой справился. Устранил поломку дверного замка, который не работал от ключа железного. А сейчас все работает. Теперь буду ездить и наслаждаться открытием-закрытием дверей на всякий случай. Ну, обычно, как правило, закрываю машину с брелока, но тем не менее с ключа, с жала тоже нужно, чтобы дверь работала, чтобы дверной замок открывался тоже с ключа. А на этом все. Такой видос. А на этом все, пацаны. Такой видос. Ставьте свои лайки, кому была полезная информация. Также подписывайтесь на канал, проходите в плейлисты, смотрите много всяких ремонтов на различные машины у меня в плейлистах. Может быть, для себя подчеркнете что-то интересное и информативное, полезное. Все, пацаны, не ломайтесь, а если сломались, чинитесь грамотно. Пока.